Всем привет, и это наш вечерний влог. Я очень давно не снимала ролики, там, в школах, горела, упала. Приключений было куча, и тут у нас нашлось свободное время, и тому я сейчас снимаю вечерний влог с моим рыбарным Тамарочкой. Жарко, тому у нас только в одной раз пашонки, то вкусненькие. Сейчас я немножко включила ей мультик, чтобы хорошо меня слышно было, как она смотрит Машу и Медведь. Нам сейчас нужно ее покормить. И она сейчас у нас играет, у нас такие новые игрушечки. Это для прорезывателя зубов. То есть у нас уже первые зубки появляются. Так, сейчас. У нас Маша Медведь, так я сказал, идет. Нам нужно будет ее переодеть вот такой ботик. У нас ботик с мишкой. Я знаю, у нас еще где-то были эти лосинчики. Сейчас нам надо переодеть ее будет в ботик. У нас будет ночью включено отопление, поэтому она не замерзнет. И у нас пополнение пустышок. Теперь две пустышки. Надо. У нас прорезыватель для зубов. Я такая поревушечка. Это собачка у нас. Это у нас котик. У нас есть такая с медвежонком пустышка и черная фиолетовая пустышка. И сейчас я думаю, сейчас я приготовлю смесь, а потом уже ее переодену. Смесь у нас готова, 60 миллилитров. Это у нас эта смесь. Это у нас новая бутылочка, где старая. Что-то случилось, и я даже не знаю, где она. Сейчас мы дадим поесть нашей малышке. Она будет кушать, да, смотреть Машу и Медведя. И это ее любимый мультик у нас. Как вы заметили, у нас тут мишки. Ну, да, и котик. Это такой дизайн я захотела, но я думаю, раз она очень любит Машу и Медведь, может, у нее будет все в стиле такого, там, Маша и Медведь. Так. Ну, бедный мишка. Все, она у нас покушала, тючку-тюку маленькая, хорошенькая. Сейчас мы заберем у нее прорезыватель для зубов, я покажу вам более детальнейший. Класс. Посмотри, у тебя еще есть такой, такая собачка, да? Собачка. И тут у нас тоже прорезыватель для зубов. Собачка. Ой, какая миленькая собачка. Зубочка. И вот здесь у нас твой лапок. Так, тут можно так взять с ручками. Лапочка у нас, ушко тут. Ушко здесь еле видно. Сейчас. Здесь у нас усы, это наши лапки. И вот такая у нас миленький прорезыватель для зубов. Так. Сейчас надо будет ее приодеть. Сейчас кое-что придумаю, потому что одной рукой это неудобно будет делать. Ось так, и сейчас мы ее будем аккуратно переодевать. Малышечка вообще. Так. Сейчас пашоночка ее будет, надо будет постирать. Смотри, мишечка, на мишечку. Ой, смотри, еще зайчик. Ну. Так.
Я думаю, я сниму еще недельный влог. Но это будет очень сложно. Так, давай. Довольно маленькая. А, точно. Нам еще мою малышку на фунтах спереди. Так. Такой baby girl. Такой клубой он у нас. Все, у нас Памперс, мы поменяли подгузник, Памперс, я не помню, и сейчас это вроде бы так, да, так, и так, а еще я иду, скоро у нас появится настоящий реборн, это первая новость, где-то на этом тыжне, она уже будет приехать доставка. Там мультик у нас Мэгги. Маленькая девочка. Где-то 23 дюйма. Сол. Дюйми. Так, это дюйми. 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 Сейчас, думаю, я такую похимушечку нашу любимую. И новенькую пустышку, черно-фиолетовую. Нет. Сейчас покажу просто, где сидит эта пустышечка. Такая наша новенькая пустышечка. Ось. Такая наша пустышечка. Черно-фиолетовая. Еще у нас есть, ну и наша уже давно, моя любимая пустышка с ведмедиком, она у нас более яркая, в принципе все. Малышку сейчас мы будем класть в кроватку и положим беленький зайчик, такое котика, я еще думаю купить ей плюшевую игрушку, чтобы она спала с ней. Кровать, я не знаю, наверное, я буду спать, но сейчас она пусть будет лежать, а я немножко тут проберусь. Вот здесь у нас малышка лежит, тут у нас компьютер. Да. Я думала на компьютере включить и Машу медведь, но он у нас залагал, как обычно, интернет очень плохой. Так, поставим сюда нашу бутылочку. Для нее положим ее по ремушечку. Стыжку. Ой, у нас будет лежать памперс. Так, памперс у нас надо будет выкинуть. Он уже использованный. Еще положим туда. В принципе, все. Так, здесь мы прибрали. И нам нужно сейчас организовать нашу кроватку. Вот, не буду класть ее на кроватку, там тоже случился дефект, и поэтому она у нас будет спать на этом матрасе. У нас мягенький. И думаю, я буду прощаться. А, еще новость. Первая новость. У меня будет скоро настоящий реборн, не бумажный. Настоящий молд Мэгги, я говорила уже. И еще я люблю нового, много реборна бумажного, такого же большого реборна, как наша Тамарочка. Но это, я думаю, будет мальчик. И прорисовка будет, я думаю, краще, поэтому это я у нас другая она была. Я ее так быстро малевала, то есть... Я еще не знала нормально кое-как, и до сих пор я нормально не могу это намалевать, но есть у меня прогресс. Бутылочка каши вышла, и игрушка тоже. В основном я на всей сфере малюю, на трохи инша сфера малювания, и так, где-то вот так. Еще будет мишка.
И я не знаю, мне делать новый канал для настоящего реборна или продолжать же тут снимать с моим бумажным реборном Тамарой. Маленькие реборны, я думаю, я их не буду снимать. Даню и Тимофейка, у меня еще одна девочка, Адриана появилась. Кажется, мы ее так называли. Тимофейка, Данька, это два мальчика, мини-реборны. Сейчас я покажу их, наверное, в остальный раз. Вот наш Данюшек, это его кроватка. И наш Тимофейка, так. Это у нас сюда. И с верхней одежкой. Это у нас еще с прогулки. Тимофейка у нас не был на прогулке. Это Танька был. Немножко неполадки с одеждой. А так, в принципе, все. И всем пока. Ждите. Наверное, завтра выкладу утренний влог.